Привет всем! В этом видеообзоре я вам хотел рассказать об одноместной антимоскитной палатке войск Великобритании. Это армейский контрактный оригинал. Данная модель палатки используется воздушными силами Великобритании. Данная палатка станет для вас верным другом и защитит вас от насекомых на природе, на рыбалке, на охоте. Также в этой палатке можете использовать армейский тент Баша армии Великобритании, который поможет вам защититься 100% от дождя. Палатка собой представляет армейский контрактный оригинал. Что мы здесь имеем? Мы видим здесь инструкцию на английском языке. Палатка у нас весит 2 килограмма 225 грамм. Без колышек палатка будет весить. Сейчас мы посмотрим. Итак, без колышек палатка весит у нас 1980 грамм. Итак, колышки у нас весят всего лишь 250 грамм. Итак, данная палатка весит без колышек 1970 грамм. Итак, что входит в комплектацию данной палатки? В комплектацию палатки входит у нас чехол для транспортировки палатки. Сам чехол имеет очень удобную молнию, плюс имеет ремешок, очень удобно расстегивать. Плюс в середине мы имеем специальное отделение, вот здесь вот. Отделение для того, чтобы здесь мы могли вставлять дуги. Это очень удобно. Отдельно для дуг и для колышков. Кармашек. Потом комплект входит в таком вот чехольчике, который имеет стяжечку. Входит две дуги. Дуги у нас сделаны из фибергласса и алюминиевых таких штучек крепления. Очень прочный, очень добротно сделаны. Также в комплектацию входит чехольчик, тоже имеет стяжечку. В этом чехольчике входят 4 колышка. Колышки выполнены из металла, очень добротные, очень мощные колышки. Но их можно еще заточить при надобности. И, собственно, сама же палатка. Мы имеем чехол, палатку, дуги и колышки. Хочется остановиться на материалах, из которых выполнена палатка. Данная палатка выполнена из кордуры с полиуретановым покрытием. Мы видим кордуру с полиуретановым покрытием. Также чехольчик выполнен тоже из полиуретановых покрытий. Можете посмотреть, имеет пропитку, то есть прекрасно защищает нас от дождя и влаги. А сейчас мы с вами постараемся сложить эту палатку. Итак, данная палатка раскладывается у нас довольно легко. Что она собой представляет? Она представляет собой дно, которое выполнено из кордуры с полиуретановым покрытием и антимоскитная сетка.
данной палатке в дуге мы вставляем специальные люверсы, которые находятся в углу палатки. Палатку очень легко складывать. С этим заданием справится даже один человек. Палатка еще не полностью собрана. Мы имеем специальный застежки, с помощью которой крепится антимоскитная сетка дугом. Итак, здесь мы имеем очень удобные тесемки, с помощью которых крепится верх палатки. Вот так легко и просто собирается данная модель палатки. Данная модель палатки может устанавливаться на походную армейскую раскладную кровать. По углам палатки мы имеем вот такие вот липучки для того, чтобы закрепить палатку на походной кровати раскладной. Палатка имеет очень прочную сетку, которая не рвется и не задирается. Вход в палатку продублирован вертикальной и горизонтальной молнией. С помощью этих молний мы можем расстегивать палатку и влево, и вправо. Также в палатке имеется специальная утяжка для того, чтобы убрать лишнюю антимоскитную сетку. Вот так вот выглядит палатка в открытом виде. Вверху палатки мы имеем сетку для того, чтобы мы могли с вами поставить туда либо фонарь, либо другие вещи. Также в палатке внизу имеется кармашек, где очень удобно положить туда телефон или какие-то документы. Размеры палатки. Длина палатки 210 сантиметров. Ширина палатки 80 сантиметров и высота 110 сантиметров. Высота трех бортов составляет 30 сантиметров, а четвертого 40 сантиметров. Данная палатка позиционируется как одноместная палатка. При большом желании здесь помещается два человека, да, будет тесновато.